История Челябинского метеорита может повториться. К Земле приближается астероид. По оценкам астрофизиков, его диаметр примерно 30 метров. И если он войдет в атмосферу Земли, то будет взрыв в два раза мощнее, чем был в Челябинске в 2013 году. Точную траекторию полета ученые рассчитать не могут, но по предварительным данным, наиболее близко от Земли космическое тело будет находиться 5 марта на расстоянии 17 тысяч километров. Напомню, три года назад на Челябинской области со сверхзвуковой скоростью пролетел метеорит и взорвался яркой вспышкой света.